Аф. Здравствуйте, мальчики, и здравствуйте, девочки. Всем привет, мяу. Привет, Афоня. А ты, Афоня, любишь овощи? Конечно. Еще бы их не любить, они же такие полезные. В них столько много витаминов, мяу. Кстати, сегодня Катя обещала, что у нас будет урок про овощи. Так что я думаю, Гаврюша, что на все свои вопросы ты сможешь найти ответы. Тогда давай дождемся Катю. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, зверята. Здравствуйте, Катя. Мяу. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня я, как вам и обещала, мы поговорим об овощах. Овощи – это съедобные части травянистых растений. Вот давайте-ка вспоминайте, какие овощи вы знаете. Морковь, свекла. Я знаю репу, а еще знаю эту петрушку. Пастернак, редис, сельдерей. А еще капуста. Вот так вот. Ой, еще бывает разная капуста. Есть цветная, а есть брокколи, кальраби. А еще укроп. Вот, лук репчатый. Горох. Тыква, кабачки, огурцы. Да. Ну что ж, вы просто у меня молодцы. Я смотрю, что вы отлично разбираетесь в овощах. Да. Я думаю, ребята, что и вы тоже. А сейчас я прочитаю вам одно стихотворение польского поэта Юлиана Тувима, которое так и называется «Овощи». Хозяйка однажды с базару пришла. Хозяйка с базару домой принесла картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! Вот овощи спор завели на столе. Кто лучше, вкуснее и нужнее на земле? Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка или свекла? Ох! Хозяйка тем временем ножик взяла и ножиком этим крошить начала. Капусту, картошку, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! Закрытые крышкой в душном горшке кипели-кипели в крутом кипятке картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла. Ох! И суп овощной оказался неплох. А вот теперь скажите мне, какие овощи звучали в стихотворении? Перечислите мне их. Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла. И суп овощной оказался неплох. Правильно, все овощи вы перечислили, молодцы. А вот вспомните-ка мне, какая есть русская народная сказка, в которой люди тянули этот овощ и не могли его вытянуть. Как она называется? По-моему, там были не только люди, там были еще и некоторые зверушки. Правильно. А сказка про репку. Абсолютно верно. А еще есть одна известная всем сказка «Приключения Чиполлино», которую написал итальянский учитель и писатель Джанни Ротари. Я знаю эту сказку, знаю. Знаете эту сказку? Да. А вы, ребята, я думаю, что тоже. Вот главный герой этой сказки Чиполлино – это у нас с вами Луковка. А в сказке еще много овощей. Вспоминайте-ка мне их. Ком – тыква. Сеньор – помидор. Вот девочка – редиска. Ну что ж, молодцы, правильно. Ребята, мы сегодня с вами поговорили об овощах. В них очень много витаминов. Так что кушайте, ребята, овощи. А наш урок подходит к концу. И нам пора прощаться с малышами. До свидания, мальчики и девочки. Пока, ребята. Приятного вам аппетита. Всего вам самого доброго, малыши.